Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры. И торжественно прославляют создателей славянской письменности, святых Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Из неописаний святых Кирилла и Мефодия мы знаем, что братья были родом из македонского города Фессалоники. Теперь это город Салоники на берегу Эгейского моря в Греции. Мефодий был старшим из семи братьев, а младшим был Константин. Имя Кирилл он получил при пострижении в монашество уже перед самой кончиной. Отец Мефодия и Кирилла занимал высокий пост помощника управителя города. Есть предположение, что мать их была славянкой, потому что братья с детства знали славянский язык так же хорошо, как и греческий. Будущие славянские просветители получили прекрасное воспитание и образование. Но первоначально жизненные пути братьев разошлись. Мефодий поступил на военную службу и сделал успешную военную карьеру. Он был высок, ростом, красив лицом, крепок телом, характер имел волевой и горячий. Еще молодым человеком он отличился в военных действиях, и император пожаловал ему область, населенную славянами. Для всех стало полной неожиданностью внезапный уход Мефодия в отставку и принятие монашеского пострига. «Не мирских по частях, благо нашей души», — говорил он. Константин же с младенчества обнаружил необычайные умственные дарования. Обучаясь в школе и еще не достигнув 15 лет, он уже читал книги глубокомысленнейшего из отцов церкви IV века Григория Богослова. Слух о даровитости Константина достиг Константинополя, и тогда он был взят ко двору, где учился вместе с сыном императора у лучших учителей столицы Византии, у знаменитого ученого Фотия, будущего константинопольского патриарха. Константин изучал античную литературу, постигал он также философию, риторику, математику, астрономию и музыку. Константина ожидала блестящая карьера при императорском дворе, богатство и женитьба на знатной красивой девушке. Но он предпочел удалиться в монастырь на гору Олимп к Мефодию, брату своему, чтобы беспрестанно творить молитву и заниматься благочестивыми размышлениями. Однако не удавалось Константину подолгу проводить время в уединении. Как лучшего проповедника веры, защитника православия, его часто посылали в соседние страны для участия в диспутах. Поездки эти были весьма успешны для Константина. Однажды, путешествуя к хазарам, он посетил Крым. Вся жизнь Константина была наполнена частыми трудными и тяжкими испытаниями и напряженной работой. Это подорвало его силы, и в 42 года он сильно заболел. Незадолго перед кончиной он принял монашество с именем Кирилл и тихо скончался в 869 году. Случилось это в Риме, когда братья в очередной раз приехали искать у Папы Римского поддержки в главном своем деле – распространении славянской письменности. Перед смертью Кирилл говорил брату: «Мы с тобой, как два вола, вели одну борозду. Я изнемог, но ты не подумай оставить труды и учительство и снова удалиться на свою гору». Мефодий пережил брата на 16 лет. Терпя лишения и поношения, он продолжал великое дело – перевод на славянский язык священных книг, проповедь православной веры, крещение славянского народа. Преемником себе он оставил лучшего из своих учеников – архиепископа Горазда и около 200 обученным им священников славян. О начале славянской письменности узнаем мы из главной русской летописи «Повести временных лет». С принятием христианства на Русь пришла и славянская азбука. И в Киеве, и в Новгороде, и в других городах начали создавать школы для обучения славянской грамоте. Явились в русской земле учителя из Болгарии, продолжатели дела Кирилла и Мефодия. Азбука, употребляемая в современном церковно-славянском языке, называется кириллицей в память святого Кирилла. А святых братьев Кирилла и Мефодия церковь прославляет как просветителей славян во всем мире и почитает в чине равноапостольных. Впрочем, история создания славянской письменности имеет одну весьма интересную загадку. В IX веке у славян появилось практически одновременно две системы письма. Одна получила название глаголицы, а другая – кириллицы. Какая из азбук, кириллическая или глаголическая, была изобретена Константином, философом? Многие ученые склонны считать, что первой славянской азбукой была глаголица. Другие считают, что святой Кирилл изобрел кириллицу. Может быть, правоучителями славян были созданы обе эти системы письма.
Но в дальнейшем наиболее распространение получило кириллица, которая стала основой современной русской азбуки. Но как бы впоследствии не разрешились наукой эти вопросы, свидетельства исторических источников о братьях Кирилле и Мефодии как о создателях славянской письменности и книжной культуры остается неизменным. С детства мы привыкаем к буквам нашего русского алфавита и редко задумываемся о том, когда и как возникла наша письменность. Начало письменности – особая веха в истории каждого народа, в истории его культуры. В глубине тысячелетий и столетий обычно теряются имена создательной письменности того или иного народа или языковой семьи, но у славянской письменности совершенно удивительное происхождение. Благодаря целому ряду исторических свидетельств нам известно о начале славянской письменности и о ее создателях, святых Кирилле и Мефодии.